Друзья, всем привет! Вы на канале про игрушки. Сегодня у нас на обзоре отличный мультикуб, который, в принципе, я могу рекомендовать. Я его заранее затестировал. Я думаю, отлично подойдет деткам примерно на один год, возможно, немножко раньше. Вот конкретно насколько подойдет, я никогда не рекомендую точно, потому что, ну, вы знаете, каждый ребенок индивидуальности. Кому-то это подойдет на 6 месяцев, а кому-то на полтора года, и один и другой не прогадает, потому что у всех дети развиваются по-разному, и только родители знают, вот на какой возраст точно нужно какую игрушку подобрать, потому что все индивидуальны. Конкретно по кубу отличный вариант, отличный. У него 6 сторон, с каждой стороны какой-то разный квест, вот, к примеру, да, тут магнитная такая палочка и магнитный шарик. Нужно этот шарик, к примеру, завести слонику, потом взять, поднять, завести льву. А отсюда он улетел обратно к слонику. Ну, на моторику, я думаю, вы сами понимаете, это максимальный топ. Потому что это нужно уметь делать. А дальше. У нас открывается такая ниша. Здесь от сортера детали. Сейчас я вам покажу. Почему сортера не видно? Потому что вот он с этой стороны. Закрывается. Режимы дня. Тут у нас такой цыпленочек. С этой стороны музыкальная панель. Работает от батареечек. Батареечки не входят в комплект. Мне нравится качество пластика этой игрушки. Отлично звучит, без нареканий. Пальчиковый лабиринт. Вот недооцененная игрушка у родителей. Друзья, покупайте детям пальчиковый лабиринт. Это очень хорошо влияет на мелкую моторику, особенно маленьких деток. 6-7 месяцев. И тут у нас еще есть такой шестерни такие крутить. Тоже круто работает. Ну и самое последнее, это наш сортер, который мы не видели, потому что он как будто снизу. Вот так расположен. Сюда мы просовываем эти детальки. Сначала научите ребенка просто по формам просовывать их, а потом можете еще обучить по цветам. Друзья, могу рекомендовать такой сортер. Очень хороший вот этот мультикуб. Оптимальную цену мы дадим на нашем сайте, потому что, да, мы всегда даем хорошую цену нашим подписчикам. Всю информацию в описании я, конечно же, напишу. Ну и, надеюсь, был полезен, потому что сортер достоин. Все его приоритеты я вам рассказал. Всем пока!